15 июля вся планета замрет у экранов телевизоров, потому что в этот день решится судьба главного спортивного события этого лета – чемпионата мира по футболу. Франция или Хорватия, за кого болеете вы? Ну а сегодня мы отправляемся в зоопарк Лимпопо к нашему предсказателю, к нашему оракулу, к Тапиру Клеопатре, который попробует предугадать исход данного матча. Внимание! Исход финала! Ко мне! Ну, привет! Ой! Ой! Так, начался подготовительный процесс. Выставляются миски с едой и с флагами Франции и Хорватии. И вот наш малыш. Ка! Малышка! Ну что же? Ну что же, что она выберет? Кого она выберет? Кто это? Кто это? Кто это? Вот это поворот! Ну что же ты, подруга, так подвела нас? Мы же ставили все на Францию. Вот так женщины отвечают. Ладно, с другой стороны, если выиграет Хорватия, нам не так будет обидно. Мы будем говорить, что мы проиграли лучшей сборной в мире. Ну и уже по традиции Клёпа доедает и вторую миску. Ну, ребята как-никак играют, что добру-то пропадать. Клеопатра выбор сделала сразу. Подошла к миске уверенно и предпочла она команду Хорватии. Пока статистика хорошая, показывает она 75%, как мы посчитали, угадных матчей. Завтрашняя игра покажет. Хотя в самом начале Мундиаля Тапир предсказывала победу сборной из Аргентины, а вот хорватам она пророчила вылет из состязания. К слову, эту команду на финале поддерживает не только Клеопатра. Ну что же, 15 июля мы узнаем, была ли права Тапир Клеопатра или все-таки ошиблась. Но пока мы с тобой прощаемся, до следующих спортивных соревнований. С вами была Надежда Рожнова.